История Крыма с губернатором. Павел Коньков провел открытый урок, посвященный празднованию третьей годовщины воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией. 10 класс в 23-й гимназии слушал, затаив дыхание. Я узнала историю Крыма, начиная с принятия христианства на Руси. То есть наша история была всегда связана, и она переплеталась. Павел Алексеевич обхватил всю историю Крыма, начиная с древнейших времен до нашего времени. Также он разъяснил политическую ситуацию в стране. Обсуждали не только историю полуострова, но и тему исторического события, которое состоялось 18 марта 2014 года. Официальное присоединение Крыма к России. Теперь это государственный праздник. Губернатор рассказал ребятам о значении этого события и исторической связи нашего региона с Республикой Крым. Это, как я уже сказал, безусловно, сотрудничество в области оздоровления. Это сотрудничество в области культурного, туристического обмена. Безусловно, долгое время оторванный от России Крым является определенным рынком сбыта для той продукции, которая сегодня производится в Ивановской области. Школьники новоиспеченному педагогу попались не только хорошо знающие историю, но и политически подкованные. Ребята засыпали губернатора взрослыми вопросами о развитии Крыма и политической обстановке. Мне было интересно, как развивается инфраструктура Крыма сейчас, какие действия предпринимаются и действительно ли выполняются те проекты, которые были поставлены. И Павел Алексеевич с удовольствием ответил на мои вопросы и подтвердил мои догадки по поводу выполнения. По инициативе Министерства образования такие тематические уроки с 15 по 23 марта проходят во всех школах. Правда, губернатор в качестве учителя выступает всего один раз. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.